Продажа здания площадью 2594 квадратных метра, которая расположена на территории Владыкинского механического завода по адресу Дмитровское шоссе, дом 58, строение 12. Здание расположено на расстоянии 122 метров от станции МЦК «Окружная». На данный момент здесь ведется строительство крупного пересадочного узла. Как обещают, будет пассажиропоток порядка 85 тысяч человек в сутки. Две улицы, которые идут рядом, на данный момент перекрыты. Идет строительство. Итак, здание. Площадь 2590 квадратных метров, год постройки 1937. Это прилегающая территория, которая около здания. Наверху есть окна, но они на данный момент все заложены пеноблоками. А вообще по конструктиву здания окна такие же, как на первом этаже. К сожалению, сейчас здание без электричества, поэтому на втором этаже крайне темно. Но видео будет. Вот как раз окна, которые заложены. Красной стрелочкой показано здание, которое в лот входит. Синей стрелочкой показано здание, которое в лот не входит. Оно прилегает к этому зданию. Поэтажный план первого этажа. Красными стрелочками обозначены точки входа в данное здание, а синей стрелочкой указано место лифта. Это первый этаж. По поэтажному плану первый и второй этаж полностью совпадают, но с учетом того, что на здании нет электричества и окна заложены, там очень темно. Но с учетом того, что они совпадают, можно посмотреть, как вообще выглядит второй этаж. Вот это лифт. Далее будет лестница, которая идет с первого до последнего этажа. Вот этот зал имеет площадь 718 квадратных метров. Высота потолков 6 метров.
Состояние здания, в принципе, хорошее, даже на удивление. Не скажешь, что он 37-го года. Это поэтажный план антресоли первого этажа. К сожалению, мы туда не смогли попасть. Дверь была закрыта. Но поэтажный план совпадает с поэтажным планом второго этажа и антресоли второго этажа. Как раз это вот эти помещения, которые мы не смогли посмотреть на антресоли первого этажа. Вот. По плану они совпадают, поэтому они одинаковые будут, что на антресоли первого этажа, что второй этаж, и также антресоль второго этажа. На каждом этаже есть санузлы. Здесь высота потолков 2,82. На каждом этаже есть по 2 санузла и 2 лестницы, которые проходят справа и слева по зданию. Далее света нету, окна заложены, поэтому будет несколько темновато. На полу в двух местах лужи, скорее всего, крыша протекает. Мы сейчас идем на антресоль второго этажа. Антресоль второго этажа считается, ну, наверное, как технический этаж. Есть немного труб, но вообще там плохое состояние, поэтому мы не стали прям там лазить, чтобы не сломать себе ноги. По поэтажному плану антресоль второго этажа совпадает с антресолью первого этажа. Вот, ну а поэтажный план вы сейчас увидите. Конкурсный управляющий документы по зданию нам прислал. По запросу мы вам их вышлем. На просмотр можно записаться по телефону 8905 549-4967. Артем.